Привет, меня зовут Николай, я работаю в агрохолдинге Дары Малиновки, работаю руководителем Псковоземского подразделения. Работаю 6 лет. Я люблю свою работу за разнообразность. То есть конкретно вот то, чем я занимаюсь, оно включает в себя, ну, наверное, все сферы деятельности, которые можно себе представить. От дорожного строительства до финансы и кредит, до управления людьми. Ну, я горжусь по приоритетам. Главное – это семья. У меня ребенок, 6 лет, зовут София, прекрасная жена Антонина. И мы, в общем, все связаны, как бы, наверное, моей рабочей деятельностью, потому что они ко мне приезжают часто и постоянно проводят со мной время на работе. Я горжусь тем, что у меня работа на свежем воздухе. И вообще, что моя деятельность связана с окружающей средой, экологичностью и тем продуктом, который мы производим. Я горжусь, скорее всего, той смелостью и храбростью, которую я в основном проявляю в принятии решений и выборе ответственности, которую готов на себя взять. И я никогда, в принципе, не схожу с намеченной цели там, и того пути, который выбрал. Самое главное в своей работе я, наверное, вижу взаимоотношения с людьми и сотрудниками, с которым мне проводить большую часть своего времени, и личного, и рабочего. И это настолько индивидуально, разно, эмоционально, столько много разных взаимодействий, поэтому вот для меня отношение с людьми, оно в принципе и главное, и вот самое интересное, и там я испытываю больше эмоций, нежели там в обыденных вещах, в чем-то материальном. В работе интерес, вот самый-самый, что если выделять, это результат, которого ты достигаешь. То есть его сразу видно, это не какая-то там формальная вещь, это конкретно продукт, который мы производим. И результат нашей деятельности, он с каждым днем его можно видеть и созерцать. Это вот самое интересное, наверное, в своей деятельности. Я, ну, не мечта, это мечта-цель, грубо говоря. Ну, это прежде всего саморазвитие, это тот вызов, который я принял, на самом деле, управлять там миллиардным, грубо говоря, подразделением, который сочетает в себе очень много процессов и большой штат людей, там порядка там, ну, больше 200 человек в своей деятельности, это значит 200 человек. Мы не говорим, что это один сотрудник, это мы говорим, что у нас работает как бы, ну, семья, как представитель семьи. Поддержание, возрождение наших сел, как бы, это тоже такая задача, которую мы тоже преследуем. Мы внедряем технологии, и, конечно же, это стимулирует людей, как бы, тоже развиваться. Потому что весь цивилизованный мир, да, в общем, он переходит на современные технологии, на цифровизацию, и, как бы, уже, ну, немыслимо человека, как бы, увидеть без смартфона вообще. И поэтому наши технологии, подходы, они напрямую влияют на качество и квалификацию сотрудников, которые у нас работают.